Я комп полностью перезагружался. Две минутки отойду букву. Да она разная девка. Среда это. Может быть кислотная, может щелочная. В зависимости от того, что съешь. Хроника на пол мелкого трэша полностью делай. На кого? На меня. Хорошо. Просто как бы я могу забрать там, допустим, 8 мобов. 2-3 моба все равно будут на ком-то. Я прошлый пул так и делал. Потихоньку тактика обретает циркулевский вариант. Там у нас доходило до того, что 3 роги напуливали на одного паладина. Потому что напульщики были хуёвые. Ну, скиллованный разбойник, который нормально за свой класс шарит, один справлялся. Как видишь, у нас один разбойник. Ну нормально, он и скилловый, и ДПС хороший. Да, вот у агрового пианиста столько, что ему даже этот напул не нужен. Просто чтобы... Обязан за троих напуливать. Ну, там, допустим, 8 мобов. Они будут 100%, два еще будут гулять. Так, рыбу ем. Клад пришел. Если б не обнова, раньше бы зашел. Даю баха. Всех паладинов выжил. Но паладин повредил. Печально. Даю проверку. Все, вроде все здесь. Можем и выйти. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Замечали, что Хулион шепелявит? Узреть начало эры разрушения! Да трэш там мне хуй сливать, типа. Если трэш на мне, то я там его сам наполовину трэш сливаю. Еще 2-3 человека. Вам речь, а уешка и все, и там трэши. Небеса в огне. Все рис перебежали. За лужами смотрите. В мире сумерек, в
смеете. Заходим. Пианист, Лёха. Да, вижу. А чё? Левее, смещайтесь быстрее. Раздавака, огромный. Сантей. Фарада, Сантей. Дал массакру. Челам полегче. Женоя. Сантаж, скажите. 54. Стоп. Стопаем. Я процента не вижу. Я сказал уже, все нормально. Красавчик. Лучше. Угу. Материал есть. Хвост. Семьдесят, тьма, стоп. Ну вот, сейчас вижу. Аргибошем все. Ну, я на подними греть. Сорок, тридцать. Привет по боссу, свет, стоп. Чего, подними и пункт. Пятьдесят. Могу вставать? Давно уже должен был. Убежали. 40. Свет, стоп. Точнее станьте. Привет. Пятьдесят. Воздухи. Что ты, блядь, сдох? Потом объясни. Видите, свет, стоп. Скажешь, когда япончику в тьму зайти? Прибежать. Я уже во тьме. 50. Дайте яру во тьму. Переходи. Тихо, чё про агро молчишь? Да я прям вот прям про агро и слежу, да? Стопайте сами, если... Санте и Казум сбросили. Санте. 70. Тьма, стоп. Страшно. Еборим. Ян. Санты, сбрось, сейчас сорвешь. 30. Да. Свет, стоп. Пятьдесят.
Эру дайте за цвету. Димка, хоточек на меня. Цвет 100. Прожимов нет, хилите. Пятьдесят. Добивайте. Валяму, босс. Еще что страханул, если... Пожалуйста, бейте. Все. Да ну нахуй. Ебать. Что за лут, бля? Что-то в глазах троится, да? Что-то нутка такая, блядь. Что за рубка такая? У меня, короче, серебра три боешки падало, прикинь, кольца. Вот тут такая же хуйня. Вот милики-то радоваться будут, ебануться. И на мыспек, и на ур. Радоваться, вов спеки только если он. Саша, прикол, что они нахуй никого не ждут. На все три спека давай, мне на фрост, нахуй, на декан, на ДДК. Разные камни вставлю, ебать. Ебануться. Я мейн возьму. Там, кстати, провокатор, по-моему, я спрашивал. Да, на армсу нормально, кстати. Да на всем нормально. Заскрините. Скрин форум бан Сируса. Слышь, Лёх, разные камни вставляют туда. Надо камыша. Да, я бы взял. Какой огромный выбор, прям. Какую шею взять? Мейн спек. Летим, Волка. Чё, Волк спек? Звёздочку поставился, эту. Давай обмен. Усилки надо перекидывать или нет? Не надо. Так, одна ушла на мейн спек, получил. Волк спек. Яна, начислишь вару за мейн спек? У меня на этом компе нету ЕПГП. Так, вот и две новых. Блять, а можно было тоже на успех, да, паролить? Там у тебя нет такого. Ну да.